тела. Фемина гниющим взглядом меня раздела. Я утоп и выживу навряд ли в капкан мягкости ее кровати. Сладость, будоражащая кровь. Я чувствую, ее руки обвивают плоть. Мое сознание отвергает настоящее, тело манит, манит в адское пламище. Экзекуция, экзорцизм. Свечи и феромоны подбавляют мистицизм. Очищение чакр при помощи лезвия. Она наслаждается моими порывами бегства, но уверенность в крепости оков. И сексуальный раб всегда тут и всегда готов. Всегда теплое кровотечение вен заменит вино и отстранит от проблем. Сегодня ночью меня достали из холода потолка и пола. Тело обездвиженное, носилки упакованы. Ржавые когти царапают кожу. Мой мешок костей, мясо возлагают на ноже. Вакцинация вены темной материи. Мое тело становится лишь инструментом для удаления. В этой комнате голодницы рвутся с цепи, и я голоден. Счастье тела в основе. О господи, отпусти меня хотя бы в это надолго. А лучше безвозвратно. Ее клыки от паха царства разврата отрывают кусок. Она наслаждается кровью, ей приятно. По животу истекает крови поток. Закручивается спирали. Циркуляция боли в области гениталий. Ненасытные твари. Потом фатально уничтожающая атака. Мой стон для нее лунная соната. Простата из ее пасти сверкает кровью и пеной. Она мастурбирует разрезанной ветрой. И мое сознание растворяется в боли. Мое сознание растворяется в боли. Мое сознание растворяется в боли. И далее я никчемен, уже удаляюсь в морги. Пошел по плоскости, сука. Бля, как говно, блядь. Бля, надо было... Спиртом на лице, на этаже подъезда, затирая пыль, платье трахать.
блядь, 6 нахуй. Хуй, блядь. Короче, я убью его еще нахуй. А вторую 180-ку не буду проходить я сегодня. Может, зря конечно. Короче, можно это сделать. Фу. Все, меньше 5. Фу, 180 килограмм. Чупом нежности он песка. В этой землянке крысы скрасят твое существо. В общем, двойная замша была. Фух.